Добрый вечер! В эфире компьютерные новости. А многие из вас думают, что если во время загрузки программы Windows вот так вот водить курсором по кругу, то программа загрузится быстрее. Друзья, это ошибочно. А теперь новости. Настоящий бум в институтах Монголии. Старенькие компьютеры меняют на электрические. И давно пора. Идем дальше. Вчера самый быстрый компьютер в мире сбежал из академгородка. Будьте осторожны, друзья. Все мы прекрасно знаем антивирус Касперского, но мало кто знает, что Касперский для звука обнаружения вируса использовал запись реального убийства свиньи. А теперь поговорим о том, чего никто никогда в жизни не делал. Никто ни разу в жизни не отправлял отчет о неправильном завершении работы программы в Microsoft. Вот, друзья, а теперь поговорим о компьютерах и детях. В последнее время дети стали очень много проводить времени за компьютерами. Смотрим сюжет. Постройка завершена. Исследование завершено. Нужно построить зиккурат. Жизнь за Нерзула. В бой! За моего отца! На нас напали! Орда победит! За честь! За честь и отвагу! Удар молнии! Жалкие людишки уничтожены. Жизнь за Нерзула. Сынок! Ну что еще? Иди быстро сюда. Никто не смеет мне приказывать. Сидишь целыми днями с своим компьютером, нормальные ребята вон в футбол играют. У нас нет времени для игр. Мы должны воевать. Ох, дождешься, отправим тебя в армию служить. Я жажду служить. Бабушка с дедушкой завтра приедут, ага. Армия тьмы на подходе. Ой, была бы возможность, ты, наверное, в этой комнате в туалет бы ходил. Нельзя сотворить здесь. Ты физику сделал? Исследование завершено. А математику? Исследование завершено. А химию? Исследование завершено. Боже ж ты мой! Твой отец, уважаемый человек, в институте работает, профессор, преподает. Я получил власть, которая и не снилась моему отцу. Давай собирайся, надо на дачу ехать, баню будем строить. Нужна древесина. И еще надо построить парник. Нужно построить зиккурат. Елки-палки, правда, денег всего 10 тысяч. Нужно больше золота. Вот дождешься, выпорю тебя, как сидорова козла. Да свершится предначертанное. Так, если сейчас же не перестанешь, никаких тебе игр на улицах, никаких тебе праздников, ничего не будет. Склоняюсь перед вашей волей. Ну вот, видишь, все хорошо же, все же нормально, ну и никто не пострадал. Пострадала только моя гордость.